есть любовь, 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 она питает мою кровь, она горит живым огнем, не иссякая с каждым днем. Что есть любовь? Она творец прекрасных, трепетных сердец, она не жжет, она целит, к Творцу идет любви магнит, через сердце он твое идет, питая всех, кто в нем живет. Она величием наполняет, преград ей нет, конца не знает, и бескорыстна, и нежна, пречиста и безличностна. Это стихотворение потоковое. Кто его читает, попадает в живое поле. Почему слова питают кровь? Потому что кровь обладает памятью и разумом. Она оживляет частотный диапазон всего организма, и тело подчиняется ему, включая гормоны и всю биохимию всего организма. Кровь запитывается от энергомысли и с энергией тонких полей. Реакция почти мгновенная. Прием и передача зависят от самого человека или от того, кто исцеляет, прикасаясь к полю другого человека. Целитель своим полем меняет всю биохимию. Поэтому нужно быть в общении своем очень выборочным, соблюдать чистоту пяти. И желательно, чтобы к вам никто не прикасался. Женщины более чувствительны, чем мужчины, к таким колебаниям. Поэтому нужно уметь себя восстанавливать и чистить. Настраиваться на любовь через музыку, благости или мантры, молитвы. И будете здоровы всегда. Я есть любовь, 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 она питает мою кровь, она горит живым огнем, не иссякая с каждым днем. Что есть любовь? Она творец прекрасных, трепетных сердец, она не жжет, она целит, к Творцу идет любви магнит, через сердце он твое идет, питая всех, кто в нем живет. Она величием наполняет, преград ей нет, конца не знает, и бескорыстна, и нежна, пречиста и безличностна.